Многие знают, потому что диски, наверное, есть многие. Но она сейчас по-другому будет звучать, мне она надоела в аранжировке. Я считаю, что Паша и Валера, Павел и Валерий делают это в 1000 раз гениальнее, чем любая мышонка. Потому что там все, ну, сегодня неправильно. Я половину своих аранжировок не люблю, потому что там не они играют, не живые люди. А езжу, у нас 17 человек. Ездила, езжу, не ездят. Я сейчас вам спою вам песню, которая называется «Белая птица». Ты знаешь, ты меня очень любишь.
Я пройду тебя увидеть.